Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, о чем нужно обязательно знать, если вы хотите открыть питомник. Вы давно хотите перевести свою любовь к собакам или кошкам на профессиональный уровень и заняться их разведением? Прежде чем вы перейдете к решительным действиям, обратите внимание на список подводных камней, которые присутствуют в деятельности любого заводчика. Если собственный питомник – это действительно ваши сложности, к которым нужно быть готовым, не напугают вас, а еще больше замотивируют на создание собственного питомника. Первый подводный камень – получение профессионального образования. Хороший заводчик не только пройдет общие кинологические или фелинологические курсы, но и прослушает лекции о выбранной для разведения породе кошки или собаки, а также получит диплом об окончании обучения по направлению племенное разведение животных. Большая любовь к животным для всех заводчиков строго обязательна. Разведение животных – это особая профессиональная деятельность. Думать только о деньгах и при этом иметь постоянный поток клиентов здесь не получится. Прежде всего, нужно любить животных, заботиться о них, воспитывать, то есть отдавать огромное количество своего времени и внимания. Только любовь к питомцам поможет вовремя разглядеть таланты собаки или кошки или, наоборот, выявить плохое самочувствие питомца. Стрессоустойчивость, гибкий ум, терпение – качества, которые необходимы любому владельцу питомника. Собственный питомник – это море непредвиденных ситуаций. Щенки или котята заболели, случка прошла неудачно, покупатель нахамил. Ко всему этому стоит быть готовым. Заводчик – это не профессия, это образ жизни. Очень часто владельцам питомников приходится вложить своих собак или кошек не одну сотню тысяч рублей, прежде чем получить хоть какую-то прибыль. А сколько нужно приложить усилий для того, чтобы у собаки или кошки появилось здоровое потомство? Свой питомник – это не только ежедневная забота о животных, это участие в выставках и постоянное повышение квалификации. Если человек не горит разведением животных, долго заниматься своим питомником он не сможет. Собственный питомник имеет свои подводные камни, однако, если вы не представляете своей жизни без животных и готовы заниматься ими круглые сутки, все эти сложности профессии не только не заставят вас задуматься сменить деятельность, а только убедят вас в том, что вы на правильном пути. Ведь для заводчика по призванию все перечисленные подводные камни – это обычное дело, а не пугающие трудности. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!